Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Какой сегодня день? Понедельник. И что мы сегодня делаем? Мы сегодня записываем ритм партии к нашему концептуальному альбому. Почему концептуальному? Я думаю, что только что сам придумал. Да. То есть сегодня день, который вот мы ждем. Наконец-то начинаем писать гитару. В этом автосервисе мы наконец ждем. Да, в автосервисе. Там очень-очень маленькая пропускная способность, слишком много машин и мало мастеров. Поэтому через минут 15 мы точно начнем чиниться, да? Да. Вот. Записи практически. Практически, да. Процесс. Сегодня мы наконец сделали некоторые песни. Да, наконец-то. Владимир Александрович в трусах. Вот вас это не смущает. О том, что об этом узнает весь интернет. Они узнают фирму ваших трусов. Самый святой из святых. Вот здесь происходит запись альбома. Альбома. Единственного, да? Все, больше нельзя слушать. Готовишься? Да. Давай, проверь сейчас, да, канал, окей? Сейчас. Так, где у нас? Ай. Ага, во. Вылка, я щерился в дом. Улиц горбатых хребтей. Движется время своим чередом. Итак, мы записали вокал к еще одной песне. Я себя хорошо слышу. Только ревер опять монах. Ревер. I believe that you will be free from magical chains that poison your veins. You took all my pain, that was for me, I am to blame. That you are here and you are there, I don't know where. No matter.
you until you wake. I will wait here eternally. I will wait eternally. To find, to find. To find. To find. Ну, хуйня, я Кобзон, блядь. Я Кобзон. Ты сейчас. А я Кобзон, блядь. Я Кобзон, блядь. Не, вот. Вот я, блядь. Я, блядь. О, я Кобзон. That you can be free from magical chains. The boys in your face, I'm here. I'll wait for your eyes to open up. Please return back to me. А подожди, давай этот Эмма дубль. Где он там? Эмма дубль, подожди, вот. У тебя окошечко все не протертое. Окошечко надо протирать. Ну, засрано, да. Ну что, какие у тебя ощущения? У тебя окошечко закаканное мухами. Да, тебя, вот ты записала. Мальчики и девочки, привет. Лучше девочки, чем мальчики. Ну, хотя мальчики тоже заебись, да? Мальчики это наши кормильцы. Поэтому мальчики нужны, конечно. Но лучше девочки. Чокнитесь с чаем за это. Так, ну что, это самое. Вовка сидит.